доливаем водичку. Тут 5 килограмм муки. А там не было воды? Нет. Что, я думаю, оно нормально промесилось, надо вторую скорость включать. Так, выставим 5 минут и вторую скорость включаем. Мы считаем, да. Он у нас на 20 килограмм, то есть его по полной загрузить и погонять. Смотри, уже мука отклеивается. Давай, поднимай. Но она не домешана. Она не домешана, но она нормальная. Чё, уже от руки отлипает? Она нормальная. Не, давай еще пускай помешаем. Не, я без воды тут с ними веду. Да. Вот надо. Вообще здесь нет такого рецепта теста.